Да, места у нас очень интересные по пелагикам и лакедры, и тунцы. Ты сосед слышит устрица, это, наверное, что-то там, пища богов какая-то. Он любит тебя. Да. Я это больше есть не буду. Поснимал. Ну вот прям там, где уже мутно, на 15 метрах, прям хорошая семья с такими уже хорошими жирными окунями. So say my name, 'cause now we are the same. Creeping, need you.
отнырялись. Ныряли, кстати, достаточно долго по времени. Находимся мы на банке Иванова, правильно? Да, все. Вот, слушайте, ну, интересная охота. Прозрачность воды где-то порядка, ну, я думаю, по 20 метров, наверное, да? Ну, 15 видно. Рельеф на 15 видно. Потому что я нырял на 13, но его прям очень хорошо видно, на 13 метров. У меня ограничитель был на этом. Вот, ребята стрельнули по лакедре. У меня было несколько выходов. Даже пару раз, по-моему, попал в кадр. Успел снять. Один раз всего стрелял. Стрелял с поверхности. Камеру не успел уже включить, потому что некогда было доделать. В общем, в хребет сверху стрелял. Промазал. Хотя был реальный шанс добыть. Вот. И еще один у меня был шанс. Тоже с поверхности подошла рыба. Я вижу, что она близко не подпускает. Я поднырнул, и она от меня. И, кстати говоря, за ней потихонечку плыл. Она меня держала на расстоянии, но все больше и больше отдалялась. В общем, не получилось у меня взять. Сейчас передам слово Евгению. Евгений добыл сегодня 4. Сколько это было? 4 штуки. Лакедры, короче, маньяк. Сейчас расскажет саму тактику охоты. Я думаю, будет это интересно, потому что, ну, в России нет таких, наверное, мест, кроме, наверное, Владивостока, еще, может быть, Черного моря, чтобы так можно было охотиться прикольно. Да, места у нас очень интересные по пелагикам, и лакедры, и тунцы. Каждый год к нам заходят. Ну, лакедры у нас, в принципе, постоянные гости в летний период, наверное, с июня начиная и заканчивая вот октябрем. Бывает, даже и в ноябре она встречается где-нибудь в Хасанском районе. Тактики, ну, тактики две. Одна из-под трубки, то есть просто висеть на поверхности и над каким-либо рельефом и ждать выхода. Но эта тактика менее эффективна, а более эффективная тактика сделать залежки хотя бы на 10 метрах. И, соответственно, висячки. Да, висячки. Можно висячки, можно, если есть хороший рельеф, найти какой-нибудь удачный балкончик и висеть на одной точке, на балкончике, где предположительно ходит рыба, и ждать своего выхода. Ну, как правило, все наши охотники, то есть, любят повисеть именно в толще, поскольку уже осознали, что это более эффективная тактика, и рыбы, как правило, больше она приносит. Залежки крайне редко удается делать, поскольку вот течение, как сегодня, очень сильное, и так, чтобы прям полежать в одной точке, ну, это нужно постараться найти хорошее место. Так, а там еще надо нырнуть метров на 15, чтобы залежки. Ну, есть, как правило, да, 10-15 метров виса на 10-15 достаточно на лакедру, в принципе, глубже и не нужно. Но бывают иногда ситуации, когда рыба ходит исключительно по дну, где-нибудь там на 20-25, тогда это уже такая очень трудовая охота, донырнуть, повисеть, взять и еще подняться с рыбой. Поэтому, ну, это крайне редко. В основном вот 10-15 на лакедру достаточно. То есть уметь поднырывать, и, в принципе, успех так или иначе рано или поздно будет. Кстати говоря, вот смотрел, как ты нырял сегодня. Думаю, посмотрю, как ты это действуешь. То есть я так понял, ты вообще дыхаешь мало, да? Ну, где-то один к одному. Один к одному? Один к одному. Ну, смотри, что так. В принципе, на лакедре можно... То есть она такая рыба удачи, выйдет, не выйдет. Можно весь день пронырять, нанырять 150 дайвов сделать и один раз или вообще не увидеть рыбу. А можно за 10 нырков реализовать 5 рыб и счастливым поехать домой. Да, понятно, что как повезет. Да, тут как повезет, но в любом случае, чем больше нырков, тем больше вероятность взятия рыбы. Это 100% уже проверено. Я чувствую, я обратил внимание, ты ныряешь не вертикально, а как-то под углом, как будто. Под углом за счет того, что сегодня течение сильное. Поэтому оно, да, потихонечку, по течению скользило вниз. А так обычно вверх-вниз, и на бонже висишь и по сторонам активно смотришь. Да, еще главное очень активно смотреть, потому что выходит она с любой стороны, с любого. Может, сверху, бывало и такое, может, снизу. И часто любит со спины. Вот сегодня один выход был со спины. То есть поворачиваюсь, она спокойненько за мной идет. Пока доворачивал, уже она ушла и так догонку стрельнул. Ну, неудачный был выход. Кстати говоря, здесь помимо лакедры еще вот рифовая рыба есть. Видели сегодня темных окуней,
зачетных. Тербуга много. Потом я видел спинорога, этого небольшого. И видел какую-то экзотическую рыбу. Типа это такая. Да, историческую? Нет, экзотическую. А. Типа фуги, но такая вот. А, может быть, рогатка? Я не знаю. Не-не-не, рогатку я знаю. Это типа как камень такая, да, рыба? Ну, она да, под камень. С большим количеством. Не, а это была шипов. Такая. Не-не-не, это была другая. Возможно, фугу. Фугу такая, она немножко. Ну, такая, как шарик. Плотное, да, туловище и небольшой длины. Скорее всего, они тут плавают. Вот в прошлый раз я тут ее снимал. Бывает, что прям стайками по несколько штук. Температура воды, кстати, опасались, что прохладная вода, потому что мы когда выходили, что-то 14 градусов показывал прибор на корабле, на катере. А реально 18 градусов вода здесь. Периодически видно, что подходит холодное течение. Где-то на 15 метрах ныряю, вот вижу хорошо камень, подхожу и такая, знаешь, потеря резкости. Да, ну, вокруг нее. Небольшой перепад, буквально в 1 градус. То есть вот где потеря резкости, термоклин, там было плюс 17. Условия сегодня прям идеальные для охоты. Скажем так, тепличные, плюс 17, плюс 18, вся рыба представлена. Очень хороший прозрак. Течение всегда. А вот меняется здесь, да? Да, на дню может несколько раз поменяться. Мы сколько ныряем, оно все время оттуда вот так вот. Ну, сегодня так, завтра может в противоположную сторону. Зависит от ветра, от общего течения. То есть не предугадаешь. Так сложно закономерности какие-то строить. Сейчас мы что ждем? Вечерний, да? Сейчас ждем вечерку. То есть клокедра, как правило, два у нее периода. Один утренний период, утрянка так называемая. То есть мы как раз на нее попали. Вот эта вот рыба, которая бегала, она как раз искала, чем поживиться. Потом в обед обычно затишье. То есть она уходит куда-то на глубину. Ее практически никто никогда не видит. И после обеда начинается так называемая вечерка. То есть рыба опять поднимается с глубины и в поисках корма и пытается прокормить себя. На этом мы ее и ловим. Ну, да. Стреляем. Здесь, может быть, и десятка. По сравнению с этой, знаешь, кажется, что все огромное. Цепляй за губу ее, пробей. Мне кажется, килограмм 12. Нет? Не, больше. Больше? Я 12 килограммов видел. Не, это здоровая прям. О, ближе 15. 15, за 15 копейками будет. Короче, точно непонятно, но 15 плюс. Ну, 15, 15, 200, где-то так. Ну, вот видишь? А ты говорил, какой рекорд был? Вот я сегодня 16, спрашивал. 16. То есть да. Это получается тоже вот, рекорд. Вот она подобная была такая. А. Охренеть. Ну да, бочка. Это самая первая была, да? Да. Она вот именно бочкообразная такая. Но форме, почти как тунец, да. А у нее зубов нету, да? Ну такие мелкие есть. Причем Шурик как-то года 4 назад поцарапался об эти зубы. У него долго заживало? Два года прям пошло раздражение, какой-то грибок, не грибок занес, видимо. Чего? Трупный яд занес. Ну, и долго-долго лечился. Потом вроде прошло все. Это нормально лежит. Садись сюда тогда. Красиво. Так остальных не видно. Ну ты такой, так, сбоку просто. Рыбы набрал, где ни в кадр не влазишь. У нас сегодня завершилась охота. Целый день мы были, можно сказать, в море. Для меня, к сожалению, охота была неудачной, но, тем не менее, мне удалось увидеть рыбу. Первый мой приезд 7 лет назад, я даже ее не видел, сейчас увидел, так что в следующий раз, наверное, уже, может и возьму. Вот. Но представлял маленько по-другому охоту. То есть мне казалось, что рыба эта будет ходить там
круги наворачивать, ни хрена такого не происходит. То есть очень редкие выходы. Я не знаю, может быть, в этот раз так. Вот. То есть у меня было практически 100 нырков. Увидел я 4 раза. И два раза с подныра, и два раза с поверхности рыбу я видел. Вот. Ну и надо сказать, что получается выходы были только с утра. На вечернюю охоту вообще никто не видел ни одного выхода. Вот. Так что это вообще такая рыба, которая, ну, которую должно повезти, наверное, чтобы ты ее увидел, чтобы она оказалась в нужное место, нужное время, в нужном месте. Хотя вот Женя 4 раза умудрился ее взять. Выходов 6 было, 4 взял. Ну, вот. У нас ее называют рыбой удача, так оно и есть. То есть нужно в нужном месте оказаться в нужное время, но по количеству выходов за день это хорошее количество. То есть 6-4 выхода — это показатель. Хороший, да? Это можно весь день отнырять. Это, представляете, 60 километров в одну сторону только съездить, чтобы увидеть 4-6 выходов. Это, ну, вообще. Это да, такое удовольствие. Крупный пелагик, который, охота на который доставляет удовольствие. Друзья, у нас продолжаются приморские нырялки. Выехали в новую локацию, бухта Щитовая. Сегодня нам предстоит покопать местные деликатесы, в частности, спизула. Я думаю, будет интересная съемка, потому что сейчас на море отсутствует ветер, спокойная вода. Ну, не знаю, как будет с прозрачностью, но надеюсь, что будет хорошо. Так что мы поснимаем, покажем. Сейчас Денис расскажет про эту удивительную... Как сказать, моллюск это? Моллюск. Двухсотчатый моллюск. Один из видов двухсотчатых моллюсков, который обитает в акваториях моря вокруг Владивостока, это вот спизула. Она довольно-таки очень крупная, размер, ну, вот доходит вот мой кулак. Такие вот и чуть больше ракушки. На вкус очень вкусная, если правильно приготовить. Залегает довольно-таки неглубоко. Получается, глубина будет 3-4-5 метров. Основные признаки определить — это такие дырочки, две дырочки в песке. Это сифон, через который она дышит, фильтрует воду. То есть она фильтрант и закопана в песке. У нас есть специальное орудие лова, добычи. Для Ивана, для себя копать ее. Покопаем, получим удовольствие. Иван новые впечатления получит. Вот. Вопрос сразу. Вот, я так понял, что из морепродуктов самое ценное — это типа является гребешок. Гребешок, приморский гребешок, вот это на первом месте. Теперь по, так сказать, по степени ценности, какие дальше идут моллюски? Скажем так, которые наиболее ценные считаются. Моллюски или вообще морепродукты? Морепродукты, да. То есть дальше креветка, краб, идет трепанг, как бы запрещенный к вылову, но приобрести можно, продажи есть. Я, насколько знаю, здесь фермы есть. Есть фермы, которые выращивают, которые занимаются продажей, большими поставками в Китай. В Китае очень ценятся. Вот. И дальше пошли различные двухсотчатые моллюски. Например, это у нас идет спизула, которую мы будем сегодня копать. Анадара. Это тоже двухсотчатый моллюск. С кровью. С кровью. Это единственный моллюск двухсотчатый, который содержит гемоглобин. То есть у других гемоглобина нет. Тоже очень ценен. Устрица. Устрица, мидия. Вот. Мидия у нас, причем, насколько я знаю, три вида. Более съедобный только один, у которого нормальное содержание мяса и нету различных отравляющих них накоплений. Ну и других там вангали, глицемерис, очень много. На самом деле очень богато Японское море в акватории города Владивостока. То есть голодным не останешься. Еще хотел для зрителей такую вещь сказать. Я почему-то всегда думал, что устрица — это какой-то сумасшедший деликатес, стоящих нереальных денег. Так вот, пообщавшись с местными ребятами, ее, по сути-то, никто и не ест. Вот что удивительно. Хотя вот устрица, все слышат, устрица, это, наверное, что-то там, пища богов какая-то. Но, вы знаете, я ее лично не видел здесь. Ну, я видел здесь в аквариуме. Они такие страшненькие, ну, на вид. Ну, попробуем. Здесь вот на мыс туда сходим потом. Может быть, да? Да, здесь тоже есть, ну, ее немного, но экземпляры устрицы попадают. Добудем на пробу. В общем, вот такие вот дела. Все, мы сейчас одеваемся и вперед на нырялку.
сейчас пока попробуем заснять. То есть две дырки в песке, сифон спизула. Сейчас мы ее копнем. Давай. Ага. Песчаные черви. Вот сиди где-то полметра в песке. Вот такой длинный сифон наверх у него. Это черви. Идем дальше. Вот такая. Средний размер. Сейчас чуть поглубже уйдем, там покрупнее будет. Здоровая. Вот это вот и есть спизула. Вот такие вот сифончики двойные. Вот это она. Это вот это вот. Да, да, да. Она выпускает сифон и фильтрует воду. Так, давай-ка я сейчас попробую дырнуть. Да, держи. Давай вот так вот на руку. Правша на правую вот зеленую резинку. Так, давай сейчас посмотрим. Я попробую увидеть. Давай. Ты мне это. Пошли. А, как сказать. Бери экзамен, что ли. Хорошо. Зачет. Прикольно. Она, видишь, даже цветом маленько отличается. Да, Денис, вот такие не пойдут, нет? Пойдут. Я думаю, хватит пустить. Куда их?
крупняк вот тут тоже растет. Прикольно. Это вот три вида, вот это третий. Да, это вот третий вид. Здесь вот несколько штучек. Собрано здесь. Вот таких вот. Ой, какой-то оранжевый. Черно-оранжевый, да. Я думаю, что хватит-то? Все, походим. И будем прямо вот сейчас по колено в воде все чистить. Ну что, наловили морепродукты? Здесь у нас, смотрите, вот это вот японский гребешок. Кстати говоря, это первый гребешок, который именно японский, который я здесь нашел. Вот. До этого был, получается, гребешок свифта и приморский гребешок. Это третий вид. Больше других видов нет. Здесь. Вот это устрица. Вот такая страшная. Которая не ценится. Спизулу куча. На самом спизулу вон здесь надолбили. И мидия вон она. Приросла вместе с устрицей. Вот еще отдельно. Сейчас почистим, покажем, как все это делается. Еще вот Ивану рассказать про одну достопримечательность нашего места. Называется плоский еж. Вот так вот он выглядит. Живет на песчаном дне относительно неглубоко. Очень ценится в лечебных целях. То есть из него делают настойки и вытяжки на спирту. Очень полезен для здоровья. Не помню конкретно чего, но у меня где-то есть вкладка. Вот это все. Хотел их набрать, приготовить, потому что здесь раньше его было очень мало. И вот после того, что у нас пришло сдвижка по климату, появились много виды в море, и растений, водорослей, живых обитателей, которых одно время исчезли. Но сейчас вот стал обратно возвращаться на свои места этот еж. То есть он был где-то в глубине, и видно, ему сейчас стало климатить здесь на мелководье, он стал подползать сюда на мелководье. А то, что интересно... Это просто блинчик. Блин, да. Но это еще не самый крупный размер, есть раза в два крупнее. Я, кстати, поляны поснимал, вот сейчас на кадрах вы видите, как это выглядит. Вот такая вот штучка. Пускаем. Все, а теперь будем чистить спизулу. То есть делаем в походных условиях, разделываем спизулу. То есть вот он, достаем вот это. Ногу основную срезаем. Надо вспороть ее, потому что внутри ноги находится там система пищеварения у нее. Это все надо вычистить. Это все несъедобно. Все. На море чистить это быстрее, чем дома. Дома много грязи разводится, поэтому по максимуму пытаюсь очистить все. Следующее. Слушай, ну мяса не так уж много от того, что, конечно, ну, да, размер... ракушка большая, но ну, все равно, смотри, вот пол ракушки, считай, мясо. Да, там, с десяток, два почистил уже. Ну, по крайней мере, вот мясо больше, чем вот в этом, в гребешке, ну, да. Пятачке, который... Свифта? Ну. Там, да. Так, очищаем. Глазки мои. В море можно полоскать, соленая, что ничего страшного. Это не пресная вода. Но ты ножом не разделываешь, а так чисто показать, да? Нет, всегда ее только ломать. Ну, кто-то в домашних условиях народ там делает, опускает горячую воду,
она как бы открывается. Но я так не люблю, потому что частично белок уже, ну, подвергается термической обработке. Уже не то. Для блюд приготовления лучше ее использовать в чистом виде, в сыром. Замораживать она так дольше хранится. Так вот, на зиму иногда заготовишь немножко, когда лень нырять зимой. Достанешь, котлеток сделаешь, или салатик с морковкой по-корейски, тоже очень вкусно. Почистили мы спизолу, вот получилось вот столько. Заняло это где-то минут 20-30. Вот чистый белок. Вот эту штуку, я думал, она несъедобная, оказывается, она съедобная. Сейчас мы поедем в гости к Денису и будем что-то из нее готовить. Мы покажем, поснимаем, расскажем. Пригласил Ивана к себе в гости для того, чтобы накормить его разными вкусняшками, морепродукты, которые мы сегодня добыли. Первое начнем мы с устрицы. Приморская, кто-то называет ее ханкайской, вид. Используем специальный нож устричный для разделки устрицы. То есть вот такой яйцевидный. Такие специальные ножи, это вот специальный устричный нож. То есть фишка в чем? То есть нужно вот кладем вогнутой частью, то есть плоской наверх. То есть и аккуратненько вот в основание. Вот как раз и вот так вот чуть-чуть надрезаем мускул смыкатель. Ты подламываешь как бы, да? Лучше, да? Да. Вот это вот так естся. Вот это вот так вот. В принципе, как и этот гребешок. Ну, не совсем. То есть это вот так вот берется. Кто-то любит с лимоном. Вот это дело это есть. Это все естся? Да, это вот это все естся. Только вот убирается. То есть, кишков ничего нет? Ну, вот, вот целиком естся вот так. В ресторанах подается. Берется лимон. Сейчас, если у меня есть, конечно, попробуем с лимоном. Но я люблю вот с этим. Китайский устричный соус. Специальная устрица для устрицы. Сейчас откроем. Есть. Кто-то нашел в каком-то магазине. Но можно у нас купить. Аккуратненько. Ну, можно вот так вот сделать. Ну давай, давай по цивильному, с вилочкой, да? Снимаем пробу. Меня удивило то, что здесь не надо какие-то кишки выкидывать, то есть естся все. Я это больше есть не буду. В общем, сырой что-то мне не зашел. Честно говоря, вообще никак. Есть еще второй вариант. Сейчас будем пробовать запекать. Получается, соевым соусом специальным устричным залили моллюск. И сейчас духовку, да? Да. Переходим к следующему блюду. Будем готовить котлеты из спизулы. То есть аппарат, спизула, лук. Сейчас мы это все перемолим. Добавим туда специй. Кориандр, перец. Чуть-чуть можно соевого соуса, либо посолить вместо соевого соуса. Добавим туда манной муки. Все это замешаем и пожарим вкусно. А потом вкусно съедим. Приступаем. Добавляем немножко чесночка, потом есть у меня набор приправок специальный для рыбы, там кориандр, чебрец, перец, вот. Чебрец? Ну вот немножко, да. То, что мы обычно завариваем в чае? Да, добавляется сюда.
соль нужна, да. Главное не переборщить. Замешаем, все это сейчас перемешаем и потом добавим самый секретный ингредиент, позволь, манную муку. И получится тесто как оладьи. Ну, грубо говоря, это не котлеты, а оладьи получится. Добавляем манную муку и все это замешиваем в однородную массу. И яйцо. На раскаленную сковородку масла. А, лепить не надо? Нет, прям ложечкой вот так. Как, получается тесто жидковатое немножко, как оладьи. И жарим как оладьи. Ай, стреляется. Ну что, снимаем пробу. Котлеты из спизолы. Очень вкусно пахнет. Белиссимо. Вот так вот. Обалдеть. Свежак. Очень вкусно, очень. Я даже скажу, будет повкуснее, чем щука. Вот так вот. И вот мы сейчас устрицу запекли. Потому что в сыром виде что-то у меня не очень, если честно. Тут уже можно есть. В сыром виде что-то мне как-то это... Бомба вообще. Продолжаю удивлять Ивана кулинарными шедеврами, простыми, но очень вкусными. Почистил я гребешка японского, то есть он довольно-таки не крупный, вот такие пятачки у него, но тоже очень вкусный гребешок. То есть будем добавлять соевый соус, чеснок, даем немножко промариноваться и прижариваем его слегка на быстром огне. И будет очень вкусно. Чеснока, да, соуса. Все, прошу к столу. Пробуем гребешка. Вот так это выглядит. Обалдеть. Очень мягкое мясо. Нежно. Вкус такой у него интересный. Здорово. Обалдеть. В общем, Владивосток. Рай для морепродуктов. Вернее, как это же не рай. Ну, нет, рай. Рай морепродуктов, да. Потому что, вот я говорю, мы сегодня поныряли, там, в принципе, недолго времени потратили. Спизулу накопали. Ну, просто тьму. Это мы не напрягаясь. Так что можно, в принципе, на нем и жить. То есть да? Чисто ловить и кушать. Может, конечно, это надоест рано или поздно, но тем не менее, вот бесплатная еда рядышком со всем городом. Сейчас немножко поныряем с нерпами. Возвращаюсь к бою. Нету окуней. Кукана нету. Ни окуней, ни кукана. Ружье на дне лежит. Сам он там гребешок достает. А сзади него стена идет лакедра.